Всем привет! Сегодня рассмотрим три варианта Moser Primata. Я вам расскажу, что входит в комплектации, характеристики, чем они отличаются между собой. Вы эти машинки можете купить на сайте zepsus.com, ссылку укажу под видео. Поехали! Так, первый вариант 1230-2053. Машинки упакованы вот таким образом, практически все одинаковые. Сразу говорю, чтобы не повторяться, у всех машинок одинаковый анкерный вибрационный электромотор, то есть пивотный. 15 Вт мощности и 3000 частота строк, чтобы не повторяться. Давайте посмотрим у первого варианта 2053, что входит в комплектацию. В комплекте у нас идет две насадки 4,5 и 9 миллиметров, щетка, масло, отложим, и сопроводительная документация, и сама машинка. Сама машинка выглядит вот таким образом. Есть защитный колпачок. Давайте поговорим про ножевой блок. Нелегкосъемный ножевой блок регулируется от 0,7 до 3 миллиметров. Есть каретка, легированный сталь. На ножевом блоке вы видите, что сделано в Германии. И даже на корпусе вы можете видеть, что машинка сделана в Германии. Все машинки сделаны Moser в Германии. Шнур у нас идет 3 метра. Вес машинки составляет 620 грамм. Корпус сделан из полимера. Дополнительно, что еще можно сделать? Чтобы шнур не заламывался, есть защита хвостовика. Давайте перейдем на следующий. У следующего точно так же. В комплекте идет щетка, масло, две насадки, 4,5 и 9. И сопроводительная документация. Не буду доставать, есть на разных языках, а также на русском. Защитный колпачок, регулируемый ножевой блок, точно так же регулируется от 0,7 до 3 мм. В чем отличие заключается, что небольшая ставка есть на корпусе и легкосъемный ножевой блок. Очень легко снимается. Вот. Кнопочку нажали, выясняли, почистили, смазали и одели. Точно так же 3 метра шнур, хвостовик защищен, петелька есть, регулируемый ножевой блок. Единственное отличие по ножевым блокам, что он очень легко снимается. Третий вариант. Третий вариант точно так же у нас идет, не точно так же. В комплекте у нас идет две насадки, 4,5, 9. Масло, щеточка и ножевой блок. Давайте мы его откроем. Сделано в Германии. Вот на коробке вы можете даже увидеть. Везде дублируется. В комплекте у нас идет дополнительный ножевой блок. То есть на машинке уже есть защитный колпачок. На машинке есть ножевой блок, в комплекте у нас идет два ножа. 1,5 это рабочая, и окантовочная идет 0,5. Отличается чуть-чуть по корпусу, потому что здесь черная ставка, здесь светлая ставка. По двигателю, по шнуру все одинаково. Тоже легкосъемный ножевой блок, вы очень легко можете его снять и поставить другой ножевой блок. А также вы очень легко можете одеть насадку. Вы одели насадку, включили и можете дальше работать. Так, снимаем. Туго очень одето. Так, если вы хотите эти все машинки приобрести, переходите по ссылке у нас на сайт zepsus.com. Если будут какие-то дополнительные вопросы, задавайте, я с удовольствием вам отвечу. Давайте еще быстренько пройдемся, чем они отличаются. Первое, легкосъемный ножевой блок, тоже легкосъемный ножевой блок, только в комплекте идут две ножевых блока. Вот чем они отличаются. Конечно, более бюджетная, средняя и более дорогой из трех. Будут вопросы, задавайте. Спасибо за внимание. Всем до свидания.